Уважаемые жители Тверской области, сегодня нашим государством принимаются беспрецедентные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В усиленном режиме работают медицинские учреждения, производители средств защиты и медицинского оборудования. Одной из основных мер борьбы с распространением коронавируса является минимизация контактов и соблюдение режима карантина. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объявлена нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля. Это решение продиктовано прежде всего заботой о сохранении здоровья наших граждан. В Тверской области для обеспечения карантина отменены массовые мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных центров и торговых точек. Продолжают работу продуктовые магазины, аптеки, коммунальные службы и медицинские учреждения для оказания экстренной помощи. Идет работа по формированию необходимых больничных мест. В регион поставляется дополнительное медицинское оборудование, создан и пополняется запас лекарств. Хотел бы особо поблагодарить за самоотверженную работу наших врачей, фельдшеров и сотрудников скорой медицинской помощи и всех медицинских работников. Благодаря их самоотверженности и профессионализму достигнуты первые успехи в борьбе с коронавирусом. Из Калининской ЦРБ выписаны двое пациентов, которые с помощью медиков побороли эту инфекцию. В этот ответственный период прошу всех обеспечить соблюдение мер профилактики и карантина, избегать общения с людьми, которые прибывают из-за границы, а тем, кому предписано, необходимо находиться в режиме самоизоляции. Хотел бы напомнить, что особенность коронавирусной инфекции заключается в ее стремительном распространении. Хотел бы также сказать, что нерабочая неделя – это возможность провести профилактическую работу и не допустить распространения инфекции. В эти дни в наш регион приезжает большое количество гостей, в том числе из соседних регионов. Дорогие жители и гости нашего региона, наша область вошла в пожароопасный период. Отдельно обращаюсь к дачникам, садоводам и тем, кто проживает за городом, с убедительной просьбой и предостережением. В пожароопасный период запрещается производить палы травы, разведение костров в лесных массивах, сжигание сухой травы, листвы и мусора. Уважаемые родители, дедушки и бабушки, большинство наших детей находятся на весенних каникулах. Прошу вас, не оставляйте наших детей без внимания. Их нахождение без вашего присмотра недопустимо. Дорогие друзья, только общими усилиями мы сможем сохранить здоровье наших родных и близких людей. Только сообща мы сможем предотвратить угрозу распространения инфекции. Уверен, что в это время мы все будем ответственными людьми и проявим заботу и обеспечим безопасное будущее нашей страны. Берегите себя, своих родных и близких. Спасибо за ваше понимание и поддержку.